Чарующие звуки струнной музыки заполнили зал Русского драматического театра. В Шымкент с гастролями из Европы приехал один из самых ярких и самобытных музыкальных коллективов Франции – струнный квартет «Гермес». Молодые музыканты впервые встретили друг друга в Высшей национальной консерватории Лиона, где проучились вместе несколько лет. Выступать как квартет талантливые музыканты начали в 2008 году. В настоящее время они резиденты музыкальной капеллы самой королевы Елизаветы. В программе сегодняшнего концерта в Шымкенте произведения Феликса Мендельсона и Антонина Дворжака. Мы долго думали, чем же таким интересным можно удивить публику в Казахстане, и решили исполнить произведение эпохи романтизма. Мне кажется, что зрителям должно понравиться. Зрителям не просто понравилось, зал был переполнен слушателями, причем в большей степени молодежью. Некоторые даже сидели на принесенных из холла небольших диванчиках. Вход на концерт был абсолютно свободный. В целом все неплохо, даже очень хорошо. Музыка звучит красиво, гармонично. Все очень хорошо было. Все было просто замечательно. Очень красивые мелодии, сочинения. К слову, в руках у талантливых музыкантов инструменты с многовековой историей. Так скрипач Амер Бушес играет на уникальной скрипке 1738 года, а виолончелистка Элиза Лью на виолончели работы 1721 года. Одаренным музыкантам их предоставили на время гастролей, и это, как считают участники квартета, большая гордость. Alors, pour l'instant, on a vu le conservatoire. Скрипки, на которых мы сегодня исполняли произведения, отличаются своей историей. На них играло множество талантливейших музыкантов. Нам их дали на время гастролей, и для нас это большая честь. Концерт талантливых музыкантов настолько понравился шымкентской публике, что до конца вечера их вызывали на бис два раза.